Артоцерас – дальний родственник кальмара и каракатицы, только очень длинный. Этим миром правит новое, совершенное поколение панцирных членистоногих. Но у Cephalaspis'а весьма развита система обнаружения опасности. Но защитные приспособления не позволяют Cephalaspis'у долго плыть с большой скоростью. Ему часто приходится отдыхать, и скоро у него совсем не останется сил. Cephalaspis неожиданно меняет направление. Он почувствовал зловещие вибрации, те, что не улавливает рак и скорпион. Эврептерид кажется великаном среди морских скорпионов. Крупнейшее членистоногое всех времен. Более 3 метров в длину, размером с крокодила.